Привет, народ. Хоть я часто выкладываю размеры, ну как часто, достаточно прилично есть видео, где есть, указываю размеры. Очень часто также указывается в комментариях размеры. Но все равно людям лень искать, где какие размеры, что почем. И все, вопросы задаются, задаются, задаются. Из-за этого решил сделать видео про размеры. Чисто про размеры. Для тех, кому лень искать, так видео и будет называться. Размеры рам. Задняя рама. Метр. Даже вот размеры. Я расписал метр. 6 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 штук нам надо по 40. Если кто-то хочет делать по моим размерам, то вот такие размеры. Получается, что задняя рама метр на 40. Передняя рама 40 на 40. Можно делать 100 на 45, 100 на 50. Вот под клею, которую я делаю. Ну, в основном она у всех клея такая, по центрам 70 сантиметров. Там влезет рама до 57 сантиметров, но 57 это уже вроде как плотно там. Вот. До 50 сантиметров. Из-за этого ширину рамы можно от 40 и до 50. Почему я делаю 40? Все сиденья автомобильные, они имеют ширину 40 сантиметров. Это удобно делать и стоечки. И сиденье помещается четко. Если сделать раму 50, то рама на боковых встает, а сиденье утопленное получается. Это некрасиво. И почему еще 40? Сейчас в конце я вам объясню. Задняя рама 100 на 40, передняя 100 на 50. Стойки под стрелу 80 сантиметров. Вот я написал 80 сантиметров. Сама стрела, это вот это все. Это из 12 швеллера. Вот это все из 10 швеллера. Стрела 140 сантиметров. Перемычка цилиндр внизу будет упираться. Получается вот передняя рама. Сейчас я после этого чуть попозже выложу раму. Вон там вон и покажу. Это под рамой будет вот так закреплен. Сюда будет упираться цилиндр в него. Это уже в саму стрелу будет вот сюда вставляться. Вот там вроде 26 сантиметров. Это цилиндр, который здесь упирается в раму, а здесь будет он упираться в стрелу. Вот эти два кусочка. Из десятки швеллером мы берем 140 сантиметров на стрелу, 40 вниз под раму и где-то 26, что ли, там по факту, когда рама со ступицами встанет, там уже будет как, ну, виден размер, какой внутрь вставлять. Вот это получается 350 миллиметров. Ну, там еще будет перемычка на стреле сверху. Грубо говоря, 3,5 метра мы берем десятки. И вот я указал, 6 метров ровно мы берем 12 швеллера. По метру 6 штук по 40 и 2 по 80. Это получается ровно 6 метров. Если берем 12 метров швеллер, это ровно на 2 трактора. Вот почему размер 40. Потому что ровно одного швеллера хватает на два трактора. В принципе, есть смысл укладывать, нет, укладывать. О! Я думаю, понятно, что 40 на 40, да? Это вот так встает. Ну, естественно, по-нормальному это все надо поставить. И также передняя рама. Вот 40. Ну, естественно, сейчас зарезается. Кому удобно, режьте под 90 градусов, кому под 45 градусов. И вот будет передняя рама. Вот так стоечка встает. Ну, не так, конечно. Это я сейчас быстренько набросал. Вот так стоечка встает. И, естественно, вот они, стрелы уже идут.
А позже я покажу, когда две рамы сварю. В принципе, уже все видели, как у меня собираются рамы. 100 на 40. 40 на 40. Стойки 80, стрела 140. Все, потом приобретаем жигулевские ступицы от восьмерки, от девятки. Вот на них я все это дело креплю. Я думаю, вот можно ссылаться уже чисто на это видео. Размеры рам. А то вопросы все задаются, задаются и задаются. Все, всем удачи, всем пока.